Первый юбилей – 5 лет. Если для малыша это только начало жизни, то для дошкольного учреждения это время первых достижений. Детский сад уже успел выпустить 200 воспитанников. На праздник в Брусничку пришло множество гостей. Первым детский сад поздравил глава города Андрей Гаранин. В настоящий момент детский сад Брусничка – это самый лучший детский сад в нашем городе. Самые инновационные, здесь внедрены самые последние лучшие технологии, чтобы нашим детям было комфортно пребывать здесь, чтобы они здесь получали тот процесс образования, который максимально эффективно позволит им развиваться в дальнейшем. Пока, в настоящий момент, детский сад «Брусничка» – это самый молодой детский сад в нашем городе. Тут очень теплый, дружественный коллектив. Преподаватели полностью отдаются работе. Коллектив «Брусничка» творчески подходит не только к воспитанию детей, но и к зарождению традиций детского сада. Почти все педагоги в этот день были в платьях брусничного цвета. Лучшим в своем деле вручили грамоты и благодарственные письма от главы города и управления образования. В этот торжественный день поздравляем вас и ваш коллектив с 5-летним юбилеем детского сада «Брусничка». 5 лет ваше учреждение с радостью распахивает двери ни одному поколению самых маленьких жителей нашего города, дошколята, которые очень любят и которым здесь уютно, тепло и комфортно, потому что работают в коллективе. Люди грамотные, творческие, инициативные, ответственные, а главное – у творческих педагогов, как известно, и воспитанники талантливые. Праздничные номера в исполнении ребят порадовали многих гостей и виновников торжества, а юным артистам подарили заслуженные аплодисменты. Большинство выступлений – танцы в русском народном стиле. На празднике не обошлось и без креативного сюрприза от родителей. В знак признательности воспитателям они подготовили музыкальный клип, в котором спели о том, что любят детский сад и пожелали коллективу всего самого лучшего. Очень хороший сад, в нем тепло, уютно, хочется сюда приходить. Желаем процветания с 5-летием, с первым юбилеем, чтобы еще много-много юбилеев отмечать, скажем так, десятилетие, 15-20, чтобы здесь в дальнейшем воспитывались не только наши дети, но и внуки. Мы пришли поздравить с праздником садик. Жена испекла торт. Ну, поздравили, пришли, очень рады, что сегодня у садика юбилей. Заведующая детским садом Альбина Насырова в должности относительно недавно, 2 года. Главный принцип работы ее и коллектива – не только подготовить ребят к обучению в школе, но и предоставить все возможности для раскрытия талантов и способностей своих подопечных. У нас есть центр Монтессори, вы знаете, он тоже вот развивающей программой является. Группа Монтессори есть для развития детей, бассейн, ИЗО-студия, комната психологической разгрузки. Мы приобрели класс, мобильный класс, компьютерный класс у нас есть и шахматный класс. В числе значимых достижений – организация мультстудии. Детский сад «Брусничка» стал первопроходцем в этом направлении. Занятия проводятся 2 раза в неделю в старшей подготовительной группе. Работы воспитанников отправляются даже на конкурсы. Среди планов на ближайшую перспективу – организация в детском саду соляной комнаты. Педагоги отмечают, что в «Брусничке» будет и дальше делаться все необходимое, чтобы дети посещали садик с хорошим настроением. Валерий Усманов, Денис Гимп, Алексей Магин, новости Губкинского.